Если вы ожидаете увидеть в своей квартире мэра и рассказать ему о приписках, расчетках или холодных батареях, то напрасно. В ближайшее время он вряд ли заглянет к вам. Дело в том, что сегодня завершилась часть масштабной кампании по выявлению проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И общие итоги будут подведены позже, а результаты обхода квартир в Автозаводском районе обсудят уже завтра. Всех желающих поучаствовать в собрании приглашают к часу дня в ДК КамАЗа. А как сегодня шла работа на дому? Об этом репортаж Елены Портновой и Ильнара Мустафина. Для нас это как бы своеобразный не только урок со стороны чиновников, не только мастер-класс. Тот же потом принимается решение. По результатам обходов одно из таких решений уже принято. ЗМР посмотрит, у вас будет начисление по счетчику плюс ОДН. И все, больше никаких вот таких перерасчетов, вот этих цифр не будет. Мы посмотрим, да. Это касается только тех челнинцев, у которых установлены приборы учета. А таких в городе большинство, 98%. Оставшимся 2% перерасчетов не избежать. Причем Василий Шахразиев заверил, все по закону. Принятие нашего решения тоже действие законно. Если так таковые будут граждане появляться, которые захотят это обжаловать, ради бога, мы готовы встретиться и доказать это. Но с другой стороны, нам ведь никакого труда тоже не составляет провести общее собрание жильцов этого дома. На такое собрание обязательно пригласят владельцев квартир без счетчиков. Пришедшим объяснят, откуда берутся перерасчеты в их платежах за коммунальные услуги. Однако и тем, кто уже установил приборы учета, необходимо соблюдать некоторые формальности. Рекомендуем вот в данном случае, чтобы корректно было, чтобы вы каждый месяц с 15 по 20 число передавали показания. Пятничный поквартирный обход был примечателен тем, что сегодня Василий Шахразиев не только выслушивал жалобы и предложения челнинцев, но и принимал поздравления. С днем рождения! Спасибо вас! Большое! Здоровья вам, счастья, красоты! Даже вот, пушочек вот, даже вот, раз простречается. Вот, красавчик! Долгих лет вам жизни! Спасибо! Здоровья, доброты! К обществу Спасибо. Народа, чтобы доброта всегда была и красота жизни сама. Спасибо. Случившийся под занавес недели день рождения не стал поводом для Василия Шахразиева менять свой рабочий график, но стал поводом для нашей редакции подготовить следующий материал. Мэр полумиллионного города, фигура немаленькая, а в народе говорят, большое видится издалека. Потому мы обратились к тем, кто не входит в близкое окружение сегодняшнего именинника, проще говоря, к обычным челнинцам. Случайно встреченным на улице прохожим мы задавали один и тот же вопрос. Какой он человек, сегодняшний мэр Набережных Челнов? Человек обаятельный, жизнедеятельный такой, нам нравится он. Зона Wi-Fi появились, это очень хороший шаг. Наш мэр современный, провел интернет возле... Бульвар энтузиастов, мы им пользуемся с удовольствием. Телеграммы летят в окно, и с порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. По-моему, он хороший человек, там спортивный прежде всего, да, как бы мы это сами не раз видели. Так что я думаю, у него есть чему поучиться и чему поучить нас. Спортивный человек, спортом здоровье бережет. Хорошие. Спортивный всегда ходит на лыжах, постоянно где-то участвует, где-то что-то все делает. О, какие они крутые! Стрелки крутятся все быстрее, стали звезды на год взрослей. Лиц сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. По-моему, все у него подходит. Он и спортивный, и инновационный, и... перспективный и умный. Наш мэр активно интересуется общественной жизнью. Он посещает комплексы и квартиры и самолично контролирует жилищно-коммунальные услуги. Народу ходит, наверное, хочет узнать, как народ живет все-таки. Не в своем окружении только, а вообще. С днем рождения! Успеха, радости, везения! Любых желаний!